фасоль – это очень полезно, однако есть ее без ничего, не камильфо. Один из самых простых, быстрых и эффективных способов приготовления этого овоща – рецепт фасоли в томате. А вот и мой простенький рецепт фасоли в томате. Ее можно подать как основное блюдо, так и в качестве гарнира. Действительно, готовится все на раз-два, а результат получается весьма достойным. Блюдо очень сытное, полезное и, благодаря томатной пасте, вкусное. Главное, не пересушить фасоль в томатном соусе. Блюдо должно получиться немного жиденьким. Удачи! Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. С фасолью поступаем следующим образом. Замачиваем ее на ночь в воде, сливаем воду, наливаем новую и варим фасоль примерно 1,5 часа, откидываем фасоль на дуршлаг, даем жидкости стечь. В сковороде разогреваем растительное масло, бросаем туда мелко нарезанный лук и морковь, 4-5 минут обжариваем, затем добавляем фасоль, томатную пасту, соль и перец, тушим все это дело 3-4 минуты. Готово. К столу подавать сразу же, пока не остыло. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. А теперь ингредиенты. Фасоль 1 стакан, репчатый лук 1 штука, морковь 1 штука, томатная паста 4 столовые ложки, растительное масло 4 столовые ложки, соль, черный перец, по вкусу, количество порций 1-2. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Жду вас снова.